Давай позовем. А, окей. Кстати, благодать, у нас два паладина. То есть будет и каска, и кулак полноценные. Только надо будет. Они 8%. Диваны, вернее, или как называются. Роги-то нет. Хэллоу всем, ну что, вы там собрались? Ну да. Да. Ну, слава богу. Рит, ты там кем? Анахам пошел. Завтра похили пошел с ним. А, что-то Эльмом не пошел. Какой нахуй нам изменил? Я даже Ратасу не знаю новых Эльмов. Тем более, за маской схожу хотя бы. Там что, Эльмов сильно поменяли? Нет, ну я просто привык, я знаю молнию, а все остальное мне похуй. Когда ребята даже через лаву играли, я говорю, мне похуй, у меня есть молния. И все. Тем более, там забитый в криту еще со времен динозавров. Я не перебивал вообще его. Почему-то мне это напоминает фрустмагов. Спам стрелы и все, блядь. Я больше ничего не знаю. Ой. Ну, добренько, раз собрались, тогда хорошо. Поехали. Запускаю тогда. Не надо ни эсэсов, ни диванов, если что, Рит в инвиз уйдет. А не тот персонаж. А? Не тот персонаж, у меня инвиза здесь нет. Это Эридар. А, блядь, ты Шейнг, точно. Ну, да к любой зону этот. Ну. А так что, у нас на НЭшке нет? Удачно вам пройти. Ой, ебать, ни одной дэшки нет, серьезно. А, вот, нет, есть, Деремич. А ну Деремич покойник, нахуй. Я забыл. Нет, покойник. В смысле, ты танк, ты, блядь, умираешь, нахуй, на лестнице. В основном Лемура почту уже 5 раз просит. Давай не надо, пожалуйста, ты нахуй убьешь нас. Прыгну раньше, трэшнулся, заберу дерьмо, где бежит. Ну, Зовер, мы сейчас, получается, двух мобов этих вот агрим, потом постепенно аккуратно спускаемся вниз, все трэши собираются, и мы убиваем его. Потом идем налево. Там нас хватит, мы потом бежим. Давай мне МК, я полезу. У меня такие молнии сейчас заряжены. Пизделей больше будешь получать. И некоторые механики боссов чуть-чуть меняются. Да херня там. Ну, в плане больше двигаться на ребро. Ребро там изи расскажут на леди. В три танка пойдем. Может, там трэш будет услышать. Надо справа будет жестко уворачиваться, да. А третий танк будет. Ты будешь босса танчить, стопудово. Так же водить, как в обычке, для тебя ничего не понимает. Ты Серега, на трэше будешь на второй фазе? Наверное. Если это не будет третьего. Не знаю, я всегда на трэше был. Изи. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить СВК 10 хм, я вообще не помню ее, потому что я не помню, когда последний раз там был. Ну, кажется, мы ее проходили, я за обучкой принимал постоянно. Сразу вниз только не бегите, там пусть таймер запустится. Ой, я, блядь, не помазался.
Не знаю, как по мне, ЦЛКХМ интересная вообще, по сравнению с обычкой, блядь, мусорной. Все, поехали, дерьмо. Серега, а ты меня не трогал панельки ХП? Нет, ничего не трогал. Ну если что, встанешь. Ебать. Ну, да. Что происходит у меня на панельках? А, на холище диван не надо стоять. Все умерли, да? Да. Ничего Володя не трогал. Ну я понял, я не знаю, у меня что-то, короче. У меня каждая ХПшка, короче, отдельно считается, надо наложение включить. Ну и что ты без масс-рез? Ну ладно, давай, похер, быстро. А, так, сразу же шкаф дадут. Войдус, понял. Бэкч, подойди, тыкни, блядь. Рида, риснись. Я на натурку поставлю, то там уж. Психосты, ребята, вас оставлю. А то, чтоб не поумирали. Вы бухаете, фулбал стоял. Отчет. Пять, четыре, три, два, один. Лекич агро сбрось. Завер, два шага назад сделай, чтобы ты нас не залил, все что. После плюхи сбегаемся в центр сейчас. Убежались. Че, Африка? Пофиксили, что ли? Все, можете разбегаться раньше. Мор назад отойди, ты нас задеваешь. Спасибо. Что заебало? Сбежали из центра. Я
в центр. Центр. А, заебись, везет. Ну, ребят, потом, если что, раздроним, сейчас просто отказывайтесь. Серега, заберешь? Да, сафли камену. Фига себе. Умираем? Все, падаем. Да, да, да. Когда встанете, посмотрите, бой есть, нету. Если есть, то выходите, заходите из инста. Да, видел, видел. Я не знаю, почему. Если это Twitch, то ну, хз. Ютуб тоже. О, некоторых нормально, некоторых плохо. Бля, какой плащ хороший мне на сову, а? Мабас, не сагрите справа аккуратно. Кстати, интересно. А Нэшка сможет скинуть? Хотя Нэшка, наверное, не скинет топоры. Лок, СС, ты на третью перебежку, наверное, дашь по себе, а тут мы через диван. Херимся, живем. Че, хиль войд? Поехали. Все, вперед. Вперед, стражники. Начнем резню. Стражники, не мешкайте. Стражники, отправляйтесь туда и принесите. Ебачить клево, меня убило. А мне диван давай. Че, заебись. Ой, даже войду смогу леснуть. Умрите, пожалуйста, ребят. Ну, через дерьмича, если попробуешь, может, всех взять. Да, да, да. Все, всех спал. Обойки там что. А, он. В углу там просто нормас. Снимаю. Так. Посмотрим, достанет. Да, лестница достанет, да, нижний, не знаю. Даже нижний, видимо, не достал. Да и вот встал. А, шкаф там. Рыба стоит. Ну, я первый стан дам целителю, потом ареслин. Чё там? Дип не использовать, да, баки ещё вроде бы там? Правильно говорится. Скилл этот. Я, блядь, хуй знает, как я назывался. Чё, пока начнёте? Подружу не заходить. Терпение на исходе.
появились на свет. Тотем убейте. Ну там немножко его неудобно было бить. Он, блядь, прям под лицом стоит. Угу, я про это и говорил. Это ты хотел сломать. Ну там. И я стан слил. А этот Блэкич, может, что, гипнешь его или как он там называется? Заморозки. Можно сейчас. Сама иди сразу же сильно там, возле шкафа. Слишком далеко. Или еще стоит. Рыба ешь, Алис? Серега, там, говорят, ты в кольчике. 4, 3, 2, 1. Очень скоро вы умрете. А, да похеру. Не страшно, не убьет. Прожимки есть, откатываются как раз. Дернешь строго потом босса, это немножко это, к лестнице ближе. Там, короче, ебаный гроб не дает его видеть. Иногда. Арислин? Арислин вылетел, похоже, да? Ну да, не положите плиз, а то я тупанул, что-то не переоделся, ни хрена. Танки, вы можете чуть-чуть влево пару шагов сделать? Там из-за грядки, блядь, ну, у меня он все время бывает, пропадает из виду. Сорян, конечно. Спасибо. Да, рисунок вылетел, мы посмотрим здесь кордио. Ой, больно. О, танковскую пуху напялил.
Ебать, 800 хп у меня. А, не выроните, пожалуйста. Ебать, под для хилов. Это все потому, что ты шубку забыл сменить. Ну, да нет, спектр это, подожди. Да, я в ДД, забей. Все, да, сходил на Энха, забыл про друга. На всем Энхе виновата, да? О, ебать. Че, Арислин? О, ебать, у нас смена с Вальмора, Ридхилл. Вальмор тоже вылетел? Не, ну хп по идее может выхилить, ну тут прям хп. Добьем, добьем, добьем. Прожмись. Там Арислин танкует. Да все, он дотку не повесил? Сойдет. Там Арислин переагрить успел. Арислин? Что за хардмоды пошли, блять? В личку писать не надо, в дискорде, вы чё, ёбаный. И у меня только откатилось это. Ёбаный посох, блядь. А, да посох с духом. Так, сейчас спекнусь быстро-быстро. Чё? Серёга, прохильте до конца. СС на себя сразу кинь, пожалуйста. Все, поехали. Че там, проход или без фоток? Да без фоток, бежим все вместе, похер. Да. По левой стороне так и аккуратненько, тоже не притягивает на обочину. Чуть-чуть притормози, сейчас, подожди, догонят нас. Вальмор там еще не прогрузился, видимо. Прогрузился. Я спрыгну. Не, ребята, если вы улетаете, пишите в гитчат дискорда, а не в личке, потому что, блядь, открывать лички, это, знаешь, неудобно. Ну, я тоже добирался, что. А, мне диван дали. Все отлично. Дерьми, еще реслим станут, наверное. Да я достать могу. Все, все сдохло. Да я не знаю, блядь, что, маунт так важен, что ли? Ну, закроем, постараемся. Да дерьмищ, лежал бы, я встал, я бы резко через мост стрессовался. Не, маунт это дерьмище, реально. Мучиться роднева. Бля, ты видел, я вам сейчас Зандалара покажу. На этом медведя конченый. А джисы, ребят, поставьте, кто есть, если не трудно. Только одного. Арисли. Посмотри на маунта, посмотри на эту хуйню. По ноги, блин. Но этот маунт тут маленький, на пока он больше. Ну, Вальмор все еще грузит, что ли? Он писал, что по 2 минуты ты без меня прогружаешь. Подожди. Калит, я все понимаю, но мы как бы сундуки, блядь, идем, прикалываешься? А, ну. Ну все, Вальмор, здесь что? Все, давай по центру лезь, спать. Так это, прожмись немножко, пожалуйста.
Че тогда, наверное, получается... Вальмойл скоро щитом по большей части будет сейчас здесь палить. Чтобы Зовер успел двух танков выхилить. Ну да, Зовер, ты же в курсе, да, там еще с Мишкой, с Чивавы. Поддиспеливай по возможности. А так Холич с Вальмойлой поддиспеливай. Там, в принципе, Дживс есть у кого поставить? Я такого не сделал, блядь. Ну, я танк, я же говорю. Я просто птенцов буду дерьмич на боссе. Там дыхание, задувка, прохилил, а потом диспел, диспел, чувак, прохилил тоже. У нас нет, наверное, было серьезно Дживса. 4, 3, 2, 1. Полуй, ты там. А, у нас стоит все. Пачка. Че, это условная пачка? А подведи сюда, наверное, да? Ребята, войду прокиньте. Че, успеем? Следующая пачка быстро выйдет, мы БЛ дадим, там еще останется босса. Что, последние протяжки будем сдавать? Да. Ой, кто мрат? Все, герой пошли.
что, на четвертый будем пытаться? А чё нет, господи, мы можем три раза упасть и все равно успеем. Не знаю, четвертый мне больше, мне не из-за маунта этого сратого, а из-за того, что так быстро четыре босса закрываешь, потом чилишь. Заебал. Ой. Блять, батя выжил. Я думал, умрет. А Блэкиш, смотри, прикинь бы, прям на секунду бы там на две позже взорвалось. Такое колечко. ГЦ-кастера? Точнее, плащ кастером, щит кастером, кольцо кастером. Да не понимаете, куда? Все, вот тут зачем? На лестнице, нормально, пойдет. Че, сверху прыгаешь, что ли? Да пофиг вообще. Так, что там? ССКД, да похерену, СС, откатится туда до этого, до босса. Сейчас у нас диван есть, добежим, нормально. Сейчас мне зелье откатится, 7 секунд. Я тоже могу встать, если что. Давай, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Просто падаю, на самом деле сзади трэш подбегает к некоторым. Ну а все, батя здесь. Все, я тоже. Трэш забрал весь. Там ресить и шкаф меня. Дерешь, выйди там, уйди. Просто. Да, можно уже будет его не давать. Ну, еще диван дарь просто. Умрите, ребят, такое с комбатом не возле дерьмича. Че, все? Ну, а без мастереса резаем так. Ну что, батю резаю? Ставьте сюда там шкафчик. Ой-ой-ой. Просто они приболели, если то есть такое предложение, что они тогда и в ХМ-ку могут приболеть. Закрытку поставил сверху. У нас не будет плотных траев в ЦВК ХМа. Будет изичная. А, вон там рыбка есть. Да рыба халявная, что там? Да я с ГБ взял 15 головой хватит. Да не, я просто не видел ее. Вот там звук стояла. Я думаю, взять может 10 раз ГБ и сказать Фениксу. Мы на починку брали как бы. Давай на пятой выпьем зелье и поехали. Потом на первый. Ну там диван-то есть у кого-то? Да есть, и как должен быть. Сейчас я нету. Пофиг. Диван, не есть, бежим. О, что-то рано ты нажал. Хотя дерьмичу норм. Вообще норм. Батя тоже. Ну я забежал, батя добежал, все. Мне диван еще дождали. Ну все, пока. Конечно, я не в густую, что обидно. Ну ладно. Меня засумоните. Thank you.
Так аккуратно, ребята, не сагрите трэш. Крепко тут стоит. У нас, конечно, проблема реально, что нету этого джиса. Ты маленький засранец, сука. Ты что пердишь у меня, сидишь здесь? Давайте быстрее убьем того босса, и я пойду. Убьем, потом там слетаем после убийства. Да-да. Я кота как раз выгоню. Ну давай, сейчас выйду с суманем быстренько. А, рука не только смейте, пожалуйста. Зовер. Еба... А, ты здесь поставишься, я думал, ты там. Всего хорошего. Че, наверное, пуляем? 5, 4, 3, 2, 1. Ой, БР не батя. Как скулились, вообще не пойму. Охренеть просто. Виноват. Уебански. Ножа бита тема, открыл моба, блять. Ой, сейчас меня шотнет нахуй. Да ты не забегай, я разворачиваюсь там, в принципе. Одна трёпка и все. Две. Да нет, типа там-то ладно, пускай. Тебе все равно вот кошака там, короче. Вот. Я просто вижу, что он сейчас может высоко-то там въебать. Он уже вот так не текстурку не поставил чуть-чуть разок. Не почему. Чё ты там на хас не ставишь? Потому что тут ебашит природы очень люто.
Чтоб нас люди не откисали, она не стоит. Спасибо. Да, блядь, что ты таргет не переключаешь-то? Ну, это, кстати, ролики. Да и шмотки могу сразу же вернуть, эти, если надо кому-то их. Чё, покурим? Да. Что ты понимал, пока мы сейчас пулили босса, у меня кот бесился, ну, котенок бесился под ногами, и он, сука, пердел, блядь, мне в нос. Я засранец мелкий. 5 минут еще.